Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, друзья, всем привет! Тут у нас очередная замануха от корпорации Apple, которая подогревает публику всякими, блин, юшками, ёлки-моталки. И на этот раз в руках тайваньской телезвезды заметили неанонсированный iPhone 7 Plus. Дали ему этот iPhone специально, чтобы разогреть публику. Актер и кумир тайваньских подростков Джимми Лин уже неоднократно становился объектом папарацци благодаря удивительной способности заполучать в свои руки неанонсированные яблочные флагманы. В 2012 году он одним из первых в мире запостил в Apple фотографию Apple iPhone 5. В 2014 году он сфотографировался сначала с Apple iPhone 6, а затем и с Apple iPhone 6 Plus. Теперь папарацци удалось подловить его с новым iPhone 7 Plus, который будет представлен через 2 недели. Ну да, подловись, сидишь в кафешке, так как будто ни в чем не бывало, клацает свой iPhone. Да, блин, все это спецом подстроено, пропустили ему бабло, дали телефон и сиди рекламируют. Ничего нового о смартфоне из снимка узнать не удалось, выступающий глазок камеры действительно несколько преобразился по сравнению с предшественниками. Новинка будет представлена компанией Apple в начале сентября. Так что скоро мы эти, блин, долбанные яблочные айфоны увидим наконец-то. Понравилось видео? Поставь лайк и обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео.